шагом полковничек. Говорят, эти люди разбой и грабеж. Но разве что люди? Никто не поверит при встрече с одетым в мундире с ветвем. Они едят, не как люди, как звери, глотая парную свинину сырьем. У них и палатки совсем близкие. Скажите, способен ли кто из людей пытать старика на веревке, таская, насиловать мать на глазах у детей, закапывать жителей мирных живыми? За то, что обличим с тобой не одно. Нет, врете. Чужое ли свое имя? Людьми вас никто не считает давно. Вы чтите войну, и на поприще этом, такими вы знаем, какие вы есть, пристреливать раненых, жечь в лазаретах, до школы бомбить ваших воинов честь. Узнали мы вас за короткие сроки, и поняли, что вас на битву ведет. Довольных, холодных, тупых и жестоких, но смирных и жалких, как время придет и ты, что стоишь без ремня предо мною, ладонью себя ударяющий в грудь, сугающий мне карточку сына женою. Ты думаешь, я тебе верю? Ничуть. Мне видится женщин с ребятами лица, когда вы стреляли на площади в них, их кровь на оборвах на своих петлицах, на потных, холодных ладонях твоих. Покуда ты с теми, кто небо и землю хотят у нас взять, покуда ты с ними, ты враг, и да здравствует кара и месть. Ты, серый, от пепла сожженных селений, навесивший тень, над жизнью навесивший тень своих крыл. Ты думал, что мы поползем на коленях? Не ужас, ярость ты в нас пробудил. Мы будем вас бить все сильнее час от часа. Штыковым снарядом, ножом и дубьем мы будем вас бить, глушить вас фугасом. Мы рот вам советской землей забьем. И пускай до последнего дня, часа расплаты, мне не дожить, как и многим ребятам.